Привет, Ваня. Привет. Ну что, куда мы приехали? На рыбалку. На Волгу верхнюю? Да. Вот она, Волга. Красавица. Недавно были дожди, вода поднималась, сейчас уже опускается. Самое время для клёва. Плотвы, головля. Это мы и проверим, да? Да. Ну давай. Ань, что ты говоришь? Ничего. Проголодался? Да. Ну мы же не есть приехали-то. А крупняка ловить? Ну ладно, сейчас перекусим, будем займемся рыбой. Сделали Ване маховую удочку. Вот такую, да? Вань, ну что, твой первый заброс? Да. Ну вперед, давай. О, вот это да. Нормально. Сейчас посмотрим, что получится. Сынулька, ну что ты поймал? Ясь. Да, вот такой ясь небольшой, но настоящий, да? С настоящей поклевкой. Отлично. Ну что там? Тащи, 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 давай. Мотай, мотай, мотай. Давай, 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 тащи. Что, что, большое что-то? Поднимай удочку, поднимай. Поднимай удочку. Давай, давай, вытаскивай, вытаскивай. Хо-хо. Что это? Нормальная. Хорошая плотва. Вань, что ты только что вытащил? Пойдем посмотрим. Ну-ка. Ой, сейчас уйдет. Ну-ка, пойдем посмотрим. Для тебя огромное, да. Ловим майских жуков. Открывай. Вот. Вот они летят. Где они? Вот. Жужжат. Делаем сосисочки, да, Вань? Да. Рыба играет, плещется, наверное, собирает. Да. Майских жуков. Да. Солнце уже встает. Пока главные рыбаки спят, попробуем что-нибудь поймать посерьезнее. Оп, поклевывает. Солнце долину уже освещает красиво. Скоро будет пригревать, чайка налетает. Клюет пока не очень. Пошел, пошел, пошел. Оп. Первый подлещик в этом году. Только что поплавок утопила щука. Леска натягивается, натягивается. Там тройничок, поэтому, в принципе, можно попробовать посечь. Хотя и плотва достаточно большая, может не заглотить еще. Попробуем подсечь. Пока сидит. Такая неплохая вроде бы. Не очень большая. Ах ты, выпустила. Ай-яй-яй. Ну, покусала. Вот опять щукарянди клюнул, но, по-моему, поменьше. Поплавок то всплывает, то
опять исчезает. Так, чуть-чуть подольше подождем. Он идет, леску тянет. Так. А вон он. Ну, что-то как-то непонятно. Попробуем. Ах ты. Что-то есть очень такое серьезное, как кажется. Хотя... Или может быть, да нет. Не очень. Нет, не очень. Показалось. Но все равно неплохо. О, щукарь. Что, заглотил, что ли? Вот такой щукаря. С непривычки показалось, что большая, а на самом деле килограмм. Ну, отлично. Еще поспал. Стою, и это рыбач. Можно еще поспать. В общем, да? спал, да? Вот, сейчас не спал. Ага. Мань, кто тут? Скребухи. Какие? Скреплены. Скреплены. Вот что весной происходит. Лягушки скрепляются. Сколько их тут? Слушай, не две даже. Да? Их четыре. Четыре, думаешь? Да. Что-то село такое хорошее. Лещ, похоже. Да. Похоже, лещ. Сейчас, сынок, ты его встретишь. Если он не сорвется, не оторвет ничего. Так. Ну, что там идет? Что там идет? Что-то я отвык такие аппараты вытаскивать. Ну-ка. Фрикцион у нас работает? Работает, так. Так. Не дается. Что-то такое большое. Тихо, сынок. Тихо, что это такое? Вот он выходит. Тихо. Может, голавль, а может быть... Что же это такое-то у нас? Наверное, голавль, потому что брюхо не видно. Да, голавль, похоже. Так, похоже, он ходит. Похоже на голавля. Сейчас вывожу его. Тихо. Так. Так, не дается. Он машина какая. Так. Вот он. Тихо. Вот он. Так. Тихо, не надо дергать. Оторвет. Тихо. Смотри, иди бери, сынок. О, какой. Голавль. Красавец. Вань, знаешь, на что клюнул? На майского жука? Не, на кукурузу. А вот на майского жука не стал. Ой, на кукурузу, на перловку. Ну ладно, попробуем еще. Сынуль, что мы с тобой половили? Немножко таскали, да? А, доставай, посмотрим, что мы поймали с тобой. Две щуки. Густерка. Это мы не поймали чайку. И огромный голавль, да? Даже чихун, даже вон чихун есть. Вон она. Есть еще плотва. Два. Хорошо.
Ну, мы с тобой хорошо отдохнули. Приедем еще, надеемся, да? Хорошо. Ну чё, давай увидимся в машине. Давай, пока. Вот она красота настоящая. Весна.